В жизни каждого человека наступает такой момент, когда нужно принять важное решение, какую профессию выбрать. Но мы отдали предпочтение профессии провизора. Почему? Ну, наверное, потому что это элитная, классическая, нестареющая и очень интересная специальность, престижность которой подтверждается мировым опытом и стремительным развитием фармацевтической отрасли. Так кто такой провизор? Конечно, самое главное, провизор – это специалист, который владеет знаниями про лекарства. Еще провизор – это специалист по приготовлению лекарств в аптечных и промышленных условиях. Специалист такой науки, как химия лекарственных препаратов. Кроме того, провизор много знает про лекарственные растения, владеет тайнами аптечного бизнеса и знает все про фармацевтический менеджмент и маркетинг. Медико-фармацевтический факультет был открыт в Киевском международном университете в 2011 году. С первого курса студенты начинают познавать огромный и интересный мир лекарств. Для успешного овладения знаниями и практическими навыками были созданы учебные лаборатории фармацевтической и аналитической химии, кабинеты товароведения и фармакогнозии, микробиологическая лаборатория. Есть мини-модель аптеки с торговым залом, из которого можно попасть в кабинет заведующего аптекой, а также в комнату, где готовят лекарства. Лекционные аудитории оснащены мультимедийными системами для демонстрации учебных фильмов и презентаций. На медико-фармацевтическом факультете знания студентам передают опытные преподаватели. Наши студенты делают и первые шаги в науке, работая в научных студенческих сообществах и выступая на научных конференциях. Практическую подготовку будущие фармацевты проходят на фармацевтических предприятиях, в ботанических садах и аптечных учреждениях Киева и области. При этом очень приятно, что их нередко сразу приглашают на работу. Образование в университете представлено двумя формами обучения – очной и заочной. Выпускники факультета могут выбрать работу по своему вкусу. Это аптеки, аптечные базы и склады, оптовые фармацевтические фирмы, химические, химико-фармацевтические или микробиологические лаборатории, фармацевтические предприятия. Кто-то сказал, что знания о лекарствах требуют грамотного и ответственного их использования. Этому и учат на медико-фармацевтическом факультете Киевского международного университета. Если вы решили посвятить свою жизнь почетному, благородному и очень ответственному делу, беречь самое дорогое, что есть у человека, его здоровье, то двери медико-фармацевтического факультета Киевского международного университета всегда открыты для вас. Ждем вас!